Твоя прокачка не позволяет разложить снежного медведя на снежинки? Или ты просто хочешь окунуться в море меда и ценных ресурсов из метеоритного дождя? Ну, тогда я тебя приглашаю на сервер Quixy. Здесь тебе помогу со снеговиком, метеоритным дождем и не только. А также, ребята, на этом сервере сейчас конкурс на очень крутой аккаунт в Бисфарме. Советую зайти. Всем привет, ребята, с вами Гуф-Гуф. И сегодня в этом ролике мы будем заниматься фигней. Ура! Не, ребят, не фигней. Мы сегодня в этом ролике будем выкапывать листочки. Для чего я это буду делать, друзья, сейчас я вам объясню. Слушайте внимательно. Ну и, друзья, давайте начнем мы с того, что листочки это вот. Вот эти вот штучки, вот они, вот видите, прыгают. И если их выкапывать, оттуда что-то выпадает. Вот сейчас выпала печенька. И, друзья, в этом ролике я сейчас буду выкапывать листочки до тех пор, пока не выкопаю афиды, друзья. И для того, чтобы ролик не длился целую вечность, я, короче, возьму его, ускорю. Склеивать я не буду, потому что вы можете просто потом в комментариях написать, что я его нашел один листочек, а следующий взял, склеил, и я уже нашел афида. Хо, нет, я просто буду ускорять. Ну и, ребята, я думаю, вы это все прекрасно поняли. Где-то около 100 листочков, я думаю, хватит для того, чтобы достать одного. Хотя бы афида. Если это не так, то, друзья, значит, я лайк не заслужил и подписку тоже. Окей, договорились, тогда поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать. Двадцать. Двадцать один. Двадцать два. Двадцать три. Двадцать четыре. Двадцать пять. Двадцать шесть. Двадцать семь. Двадцать восемь. Двадцать девять. Тридцать. Тридцать один. Тридцать два. Тридцать три. Тридцать четыре. Тридцать пять. Тридцать шесть. Тридцать семь. Тридцать восемь. Тридцать девять. Сорок. Сорок. 41, ребята. 41 листочек нам понадобился для того, чтобы выкопать афида. Прикиньте, это не так много, ребят. Блин, награду мою-то собрали. Вот за это супер. Ну, подписчик, ну зачем? Ну ладно, хорошо. Там джинджербредка была. И, ребята, джинджербредка мне сейчас нужна была для того, чтобы, друзья, просто купить себе вот этого пряничного печенюшку. Ну, это не беда, ладно. 10 дней, за 10 дней 4 печенюшки я точно накоплю. Ну и, в общем, ребята, вот такой вот ролик получился, ребят. Советую фармить эти листочки, это очень полезная штука, очень ценная. Если вам просто нечего делать, вам скучно, то, ребят, советую искать листочки, копать их и, ребята, фармить печенюшки, росточки. Из них очень-очень много росточков выпадает, ребят. И также очень разные ценные ресурсы. Ну а на этом, ребятушки, я с вами буду прощаться. С вами был Гуф-Гуф. Всем пока, ребят. Всем бай. Bye.